Шалом, возлюбленные. Как у вас дела? Мы продолжаем молиться за всех вас, чтобы вы приняли мир и обильные благословения Господа. Возлюбленные, давайте выразим нашу благодарность Господу Иисусу через хвалу и поклонение. Призывая вас, давайте петь вместе, давайте поклоняться Ему. Terus nyatakan sembah kami Tuhan Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidup. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mari jemaat Tuhan nyatakan Yesus padamu. Yes Jesus, dengan segenap hatimu. Terpujilah kau Tuhan. Kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan nyatakan oh, Yesus padamu ku berseru, kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidup. Kau Tuhanku, mulutku
Возлюбленные, давайте послушаем особенное послание из Слова Божьего, которое подготовил для вас сегодня пастор Ника Ньюхарахардио. Пусть Слово Божие, которое мы примем, направит нас и даст нам мир. Боже, мы благодарим Тебя за этот день и за то, что мы можем каждый месяц собираться на молитву для наших служителей. Ты находишься на этом месте, Господь наш, и мы можем молиться, славиться и поклоняться Тебе. Господь, спасибо за то, что Ты рядом. Мы чувствуем, как Твоя любовь изливается в этом месте. Используй уста своего слуги, чтобы донести до нас то, что у Тебя на сердце. Авва, помазывай своего слугу, помазывай всех нас. Мы будем тихо сидеть рядышком с Тобою, слушая Твое послание. Во имя Иисуса, аминь. Давайте поаплодируем. Аллилуйя, церковь! Громкие аплодисменты нашему Господу Иисусу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Шалом, возлюбленные во Христе! Напоминаю, что с 29 сентября 2019 года по 18 сентября 2020 года в еврейском календаре наступает 5780 год. Он назван годом Пей. Пей — это 80 на иврите. Недавно закончилось десятилетие Аин. Аин означает 70. Эти годы были с 5770 по 79 год. Мы знаем, что Аин означает «глаз». Это указывает на Божий глаз и на наши глаза. Библия говорит, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А вы ведь любите Бога? И это означает, что глаза Божии на вас. Ох, как это замечательно! Но для чего же это? Господь желает учить и направлять нас так, как нам следует жить. Кто из вас любит Бога, возлюбленные? Поднимите руку, пожалуйста. В течение 10 лет мы говорили о глазах. Мы можем уловить это лишь в том случае, если наши глаза будут на нем, иначе не получится. Но слава Богу, 10 лет наши глаза были сконцентрированы на Господе и только на нем одном. И мы знаем, что Господь наставлял и направлял нас. А сейчас, возлюбленные, мы входим в декаду Пей. Это декада 80-х. С 5780 года. Затем 81-й, 82-й и так до 89-го. Но год Пей — это не просто вход в Новый год, в новую декаду, а в новую эру в истории Пей. В год Пей будет много открытий. Декада Пей — это начало нового сезона в нашей жизни. Нового сезона для каждого человека, для вас, для меня и для каждого. Для вас, для вас, для вас, для вас, для вас. Для меня тоже. Поаплодируйте за это Господу. Все аплодисменты только Ему. Kau Tuhan, aku percaya Tuhan aku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
Tuhan, ku puji, ku puji, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku puji, ku sembah. Пэй изображен в форме рта. Красная штучка — это буква Пэй. Формой она напоминает именно рот. Сюда также входят слова, вербальные выражения, озвучивание, говорение, общение, проповедь, а также молчать, жевать и дуть. Вот что означает рот. Возлюбленные, сегодня Бог желает говорить с нами о рте. Есть несколько вещей, на которые нам следует обратить внимание. Во-первых, это Исаия 50 глава, 4 стих. Давайте прочтем это слово вместе. Раз, два, три. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Возлюбленные. Сколько здесь, на этом месте, учеников Иисуса Христа? Можете громко сказать «Юху!» Конечно же, вы ученики Христа. Господь дал нам язык мудрых, чтобы наши слова подкрепляли изможденных, а не наоборот. Не делайте изможденных из тех, кто в приподнятом духе. Аминь. Возлюбленные, вы можете быть не в курсе, но я вижу, что таких людей очень много. Они сразу узнают настоящего ученика. Запомните, настоящего ученика. Все ученики, скажите «Аминь». Вам был дан язык мудрых, чтобы ваши слова поддерживали обессилевших, а не наоборот. Далее у нас второй пункт. Послание к Ефесянам, 4 глава, 29 стих. Давайте читать. Раз, два, три. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». В этом стихе речь о новом творении. Сколько у нас тут новых творений? Здорово! Запомните, от вас никак не должны исходить никакие нечистые слова, потому что вы стали новым творением. Но если с вами это случилось, то покайтесь. Ефесянам 4 глава, 23 стих. Давайте читать. Раз, два, три. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Тут нас просят быть добрыми друг к другу. Скажите «Аминь» на это. Ну а теперь Матфея, 12 глава, 36-37 стихи. Будьте очень внимательны. Давайте прочтем это вслух. Раз, два, три. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». То есть, среди вас не должно быть никакой клеветы, сплетен, гнилых слов, лжи, подшучиваний и ненависти. Некоторые говорят, но я никогда. Может, вы не говорили этого вслух? А как насчет слов, которые мы набираем в телефоне? Скажите. Миллионы людей знают, о чем я тут говорю. Поэтому, возлюбленные, будьте осторожны. Может, вы участвовали в злом розыгрыше, даже не зная об этом? Будьте осторожны. Будьте осторожны, будьте осторожны. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan.
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku. Bentar dulu. Minutku. В этот раз скажите слово «уста» очень громко, хорошо? Сделайте особый акцент на словах «мои уста». Песни не об устах кого-то где-то там, на улице, а здесь. Мне кажется, вы это запомните. Я-то помню, но не могу справиться с моим ртом. Покайтесь. Аминь. Хорошо. Давайте продолжим. Возлюбленные, в декаду Пэй будет много провозглашения о свободе и победе. Это эра величайшего и последнего урожая душ. Перед вторым пришествием Иисуса поаплодируйте нашему Господу. Аплодисменты нашему Господу. И тогда многие будут говорить: «А вот теперь-то я свободен». Bebas, haleluya. Ku menang, terus jangan berhenti. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah, darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Поднимите руки, я хочу отправить вас домой с благословением Божиим. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами с этого дня до того момента, как вы встретитесь с Иисусом на облаках и дальше. Если вы верите, скажите «Аминь». Amin. Mari beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita.
«Аллилуйя», мы с вами славили, поклонялись и вместе слушали Слово Божие в знак нашей благодарности за спасение, которое мы приняли от Иисуса Христа. Давайте жить святой и угодной Богу жизнью. Это будет радовать сердце нашего Бога. Satu-satunya penebus kalahkanlah.